Чем больше кошельков, тем меньше денег. Также не дарите кошельки, потому что в тот момент, когда вы дарите кошелек, вы занимаетесь черной магией. И ответственность за это потом будет лежать на вас и ваших детей. В случае, если вы дарите кошелек другому человеку, то этого человека вы фактически забираете энергетически возможность его заработка. Так вот, этот человек будет зарабатывать и делить между вами и собой. Таким образом, подаренные кошельки являются элементом работы с черной магией. Не нужно этого делать. А моя дочь подарила кошелек, через год его у меня украли. Потом его нашли через сутки, мне вернули. Что сделать с кошельком? Выбросить. Я подарила кошелек человеку на день рождения. Тогда не знала, что нельзя. Он сам попросил такой подарок. Сейчас с ним не общаюсь. Что теперь делать? Ну, ничего.